Значит, первое – это создание своего времени. Создание вашего времени возможно в том случае, если вы понимаете, кто вы, и вы это должны сделать, свое собственное понимание. Рефлексия нужна не просто так, а нужна для того, чтобы вы начали себя понимать. При этом ваше понимание – это не рассказ про себя, как я провел лето, кто я такой. Да? Это то, что вы делаете, и то, в каком социальном кругу вы находитесь. Это создает вас. Да? Значит, после того, как вы как-то себя начинаете собирать, вот это слепили из того, что было, хоть как-то, понимаете, скрутили, вот этот мякиш, так сказать, собрали. Дальше задача состоит в том, чтобы откартировать реальность своей жизни, да, иметь системное представление о том, из чего ваша жизнь состоит. И, значит, какие сферы, какие цели, подцели вы в каждой сфере, потому что они в конечном счете складываются как вектора, и если они все находятся в таком состоянии, понимаете, вы никуда не уедете, понимаете, и поэтому это должно быть системное понимание себя и своей жизни. И после того, как оно будет, та потребность, которая у вас, безусловно, есть, и она мощная, потому что так сильно страдать, как люди страдают, понимаете, это надо очень хотеть жить. И после того, как у вас эта системность в этой жизни, время ее, потребность и